Mamy być we śnie. Wtedy w piżamie wymyślać zamazku kłębki. Добрый день, дорогие подписчики, друзья. Смотрите, я хочу представить вам диван, который к нам прибыл. Он был весь разобранный по запчастям, собирается как конструктор детский. Мы потратили минут 7 с Николаем Евгеньевичем, пока собрали его. Минут 7 вообще. Все вставилось в пазы. Аскона рулит, могу сказать. Диван отличный, качественный. В четвертой категории ткани, кто знает, тот поймет. Он антивандальный, он от жидкостей, от пятен, от всего. Химчистка у него, чехлы снимаются на замочках. Внутри подушки, это он сейчас в развернутом состоянии. Называется Казанова. Блок Казанова. Купила я его с 50% скидки благодаря менеджеру Ольге. Нет, сначала спинку. Вытаскиваем из подушки. Новенький. Мы его купили. Салона по хорошей скидке. Ну я что могу сказать? У меня должны 2500. За сборку. Так, наверное. 4 для подарка. Это наш один из подарков Даши. Спасибо, Манин. Манин, как знал, когда сил. Смотрите, одним движением руки все это натирается. Сейчас липучка на его подпольнике чистим. Манин, все классно? Не классно. Манин мне очень нравится. Сейчас мы его придвинем к стенке. У нас на всю квартиру разносится запах пиццы. Даша готовит нам покушать. Мы съездили по магазину. Ой. Замечательно, да? Замечательно. Дай пять. Все. Пока-пока. Да? Пока-пока. Пока-пока. Вот и закончилась наша сегодняшняя поездка. Что мы сегодня в Мерлене закупились нормально? Купили для ремонта себе. Даше купили вот такую штучку. Симпатичный дозатор для мыла в ванную. К ней же стаканчик для зубных щеток и каких-то принадлежностей. Ей такое понравилось. Купили освежитель новый Лайма Вербена. Очень мне нравится запах. Привезли подарки. Посуду, которая была в магните по наклейкам, по акциям. У меня получается 2 больших салатника и 6 тарелочек по 22 сантиметра.
очень достойно выглядит, аккуратненько, тоненько. Даша сегодня уберет. Жоржик убирается. Где-то остались. Тут немножко занавески на кухню не повесила. Забыли взять дрель. Нужно крючок сделать, чтобы цеплять занавеску. Софа балдежничает. Набардачили Даша немножко. Собираемся домой. А еще забыла вам показать. Это еще не весь картон вытащили. Коврик. Коврик купила такой приятный. Под ее стилистику. С бахромой. В мерлене. И у Даши не было мусорки. Вот такая зачетная мусорка. Мне кажется, очень даже красиво смотрится. И для унитаза. Все. Пока, Самара. Поехали мы домой. Такой он на ощупь приятный. Грубенький. Удобно то, что раз его можно постирать в машинке. Шикарно. Мне нравится. Все. Мы собираемся. Скажите всем пока-пока. Мама пришла, сказала, что приходил Дед Мороз. Конечно, но не такие подарки принес Софику и Стеше. Вот такой вот снеговик. Медвежонок. Вот такие вот сладости здесь. И просто... Вот, какой красивый. Единорожек. Угу. И что там еще? Что там еще? Так. А это что-то? Это ручка. Ну, прозрачная. Можно будет кого-то выписать на нем. На ком? На единороге. Не надо. Тебе нравится? У него глаз нет. Окей. Тебе нравится? Да. Ну, все, забирайте свои подарки. Пойдем.